О, ты сейчас... Нет. Всё, поставить. Ой, смотри, я себя вижу. Это так мило. Она запаздывает. Она всегда запаздывает. Да. Пожалуйста. Она ставит лайки своего профиля. Да. Нечестно. Потому что у меня работает палец. Лера. Лера. Такая. Тут тебя дождались. О, Лерой, привет! Дай сюда. Подожди. Я тебя сейчас за локоть упущу. Подожди. Кстати, как мне поприводить лайки вот в этом, именно в своем профиле? Смотри, как ему популярны, сколько вот лайков, сколько лайков, сколько лайков, вот это сколько лайков, лайков, сколько лайков. Вот это сколько лайков, сколько лайков. Сколько лайков, сколько лайков. У меня резкий голос. Сколько лайков, сколько лайков. Сколько лайков, сколько лайков. Выключи, пожалуйста. Да, я поставлю свою. Саша, как будто пьяная дрова. Да, я пьяна. Это топор, блядь. Вот это я понимаю, трансляция. Как всегда. Как всегда. А что тебе все остальные мои трансляции не он, нравились? Знаешь, что вчера или позавчера ляпнул, что это первая трансляция Леры не пьяной. Привет. Это Саша ляпнула. Нет, это мне Леров написал, что это первая трансляция. Саша, 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 я подключился. Я вот думаю, сваливать вот к Саше или нет? Ну, сваливай ради бога, что хочешь делать. Там все равно трансляция одна и та же. Да, только я тут ближе. Да смотрите, я во всей красе. Кристина вообще нет. Как будто она не с нами. Кристина, с нами? Смотрите, один, а не два. Hi girl, I'm from USA. How are you? I'm fine. Поговорили. My English is Finnish. Нет, ты пришел ко мне, дорогой. Я тебя заблокирую на своей трансляции. Как бы ты больше меня не смотришь. Другой ракурс, да. Тут ближе. Wow, cool. Кажись, снег пошел у нас. Да, Фанни, мы слышали. Ну ты что, зачем блокировать? Ну потому что ты предатель. Там кто-то тоже пишет, там пишет, там пишет. Привет, привет. Здрасте. Я просто хочу... Ближе, как это мило. Это как про меня было, блядь. Это было про меня. Давай подеремся. Нет, я за мужиков не дерусь. Ой, блядь. Девушки, вам хорошо, да, нам хорошо. Это раз, два человека. А, это Лерой написал, что нам хорошо, Лерой. Ой. Он типа писал, что он приедет, и мы пойдем гулять. Да, я знаю. Мы идем гулять. Ура! Пошли. Вставай, пошли, блядь. До Пятигорска чуть-чуть. Через... Вот. Yes, it's Pep, Frank Sinatra. It's Happy very... New Year! Ярик... Can you sing? Нет, мы... No. Don't sing. No. Don't sing. Потому что нас все по фамилии называют. Потому что Лера не знает его имени. Я знаю, что его зовут Шамиль. Что ладно. Там было? Все, понтанулось! Да, я, кстати, угадала даже тогда в какой-то из трансляций, я угадала, ой, что... Ой, лайки, ну сколько лайки, там, там нет. It's okay, it's okay. How are you? Я говорю, как чукча. Штуку, которая брызгает водой, возьми. Это ты про Кристина? Would you like to live in America? Нет. Russia forever together. Alone. Чё ты выёбываешься? Типа английский знаешь, пиши по-русски. А, это не нам? Я думаю, это мне. Типа, чё выёбываешься? Я уже всё на взводе. Это вообще-то тут всё говорят мне, потому что я хозяин этой трансляции, так-то. Ты вообще-то. Come to visit me, you will like it. Иди на Америку. Я забыла. Я знаю, что приезжать заплатить, в Америку. Купить будет pay. Купить она, а, pay. У меня вас... Это тикет. У вас две трансляции, да. У Саши, Саша транслируется, и я.
транслируется. Да, еще звучит, как будто мы, блядь, работаем где-то. Транслируется. Знаешь, есть такие, а ты, наверное, не знаешь, да. Эти, как их? Проститутки. Не проститутки, сейчас скажу. Он с Лермонтова. Russian. А, ты спалил, что он с Лермонтова? Кайф. Рунетки, там бабы, короче, того. Рунетки. Рунетки, сайт есть такой. Ну, короче, кто не терет, а не знает. Вот это знаешь? Поворот. Слышала, но... А что жрёте? Мы не жрём, мы едим, вообще-то, Шамиль. Мы едим салат. Салат. Я ем рыбу. Отвратительно рыбу. Рыбу, всё нормально. Рыбу есть полезно для здоровья. Рыбу это салат. Непонятно. Молоко. Thank you. И дальше же отлично. Сука. А вы у кого? Угадай, Шамиль, у кого мы? Конечно, у меня, я батька. Кристина, конечно. Так, тихо. Подождите, мне показалось или... Мне показалось. Надо. Смотри, мы там желтая, а Кристина белая. Да, это для кухни с зеленым потолком. Лук, блядь, лук. Мне аж сказать? Да. Кошмар. А там видно. Ты тоже трансляцию включил? А? Ты тоже трансляцию включил? Кристина не в побелке. Кристина в побелке. А. Так лучше? Да. Или нет? Я вообще не лучше никогда, блин. Я совкозы этих обоев. Да, Шамиль, я тоже об этом уже подумывала. С пистолетом завали этих обоев. На нас это... никто не завалит. У меня как раз два пистолета для вас. На этой трансляции мы темные слишком. На какой? На этой? Да нормально. И хуже снимали, сегодня вообще ехали. В машине было ужасно. Да, там все тут написал. И вот я здесь. А у тебя один человек. I love Russia. I'd like to live there. Каску принеси. Come to Russia. Come to Russia. Ты будешь туда-сюда бегать из одной трансляции в другую? Гениально. Ничего лучше не видно. Показалось? Че, хочешь что-то заявить? Да, у меня меньше людей. Какой-то ты непонятный англичанин, если не можешь написать сценки, нормально. Так что да, видимо, ты реально из Лермонтова. Можно мне? Рука на мне. Я думаю, голова что-то потяжелела. Мгновенно. Валим, детки, кипиш. Да, валим. Почему, когда я пью, мне просто что-то на голову надеваю? Док, валим. Кто-то, Лера, я из этого пить хоть не буду потом? Нет, из этого точно не будешь. Я россиянин. Да, уж понятно. Алло, я просто очень рад, что я наконец-таки надела кого-то в каску. Одела, надела. Каску надела. Это вот... Да. Ты жрёшь из своей вилки? Сука. Срочно спирт. Дезинфицировать. А теперь она блюет сзади меня. Говно. Это, короче, тот, типа, американец вдруг стал русским. Do you get that? А? Нет, никого не будет. Please go на Берлин. Go! На самом деле, мне нравится Берлин. Be, ребят. Ну и что? Это не заставляет тебя не любить Лондон и другой остальной город. Остальной город. Другие остальные города, окей. Еще один мужчина хочет познакомиться с вами, что скажете? Напоминаю. Нахуй! Саша сидит на базу. Ищет мужа. А я в каске. Саша Берлин.
Ой, я нечаянно дотронулась. Саша любит лизать руки. Опрятно. Вырежу тебя полностью. Дура. 350. А, увидела, да. Сколько себя пришли ему. Блядь, что на голове, ёпа. Ой, блядь, чокнулась. Мы поменяли название по трансляции, что-то народу мало. Поменяй. Как назвать? Саша любит лизать руки.